канал. С вами Буковинка Лада. Вот, болталка обо всем и ни о чем. На самом деле я хочу рассказать о том, что происходит сейчас в школе, потому что конец года. Вот, и что происходит в городе. Ну, поскольку теплое время года наступает уже, все так просыпаются, все начинают делаться такими активными, заниматься всякими своими делами, все вылазят из норок, вот. Ну, в городе происходит много чего. И уже летний фестиваль, нет, весенний фестиваль был, летний фестиваль где-то в июле будет. Вот. Ну, то есть, ничего такого особенного с этими фестивалями. Вот, но нравится что? То, что все бизнесы в городе, да, то есть вылазят на улицу, выставляют там свои товары, и ты идешь по городу, каждый магазинчик что-то предлагает, посмотреть, и надо в магазин заходить, да, вот так идешь, они там какие-то скидки уже предлагают к этому фестивалю. Всегда проходит какая-то ярмарка изделий, вот. И вчера мы попали на такой вот фестиваль, назывался Family Fun Festival в Ньютауне. Вот, и в Ньютауне мы, значит, мы, в принципе, не планировали, и я жалею, они плохо прорекламировали этот фестиваль, потому что, в принципе, у них было очень много разных бизнесов, которые предлагали всякие свои товары и услуги, и, в принципе, можно было бы много интересного для себя увидеть, детей занять, вот, то есть... Людей было очень много, вот именно бизнесменов. Вот. Нас туда занесло на чистой случайности, потому что детёж моё ходит, чем занимается? Она ходит в маленький центр тут в городе, центр называется Spark Arts. Вот, его перекупила недавно женщина, которая приехала из Калифорнии, сама народом, по-моему, откуда-то отсюда. Вот. Но она где-то там жила, она теперь вернулась сюда, она перекупила этот центр. Вот. И сама она, у нее какой-то цирковой опыт цирковых выступлений. Вот. И она организовала вот такой вот кружок циркового искусства, который не избитый, интересный, то есть дети все ходят там на разные всякие такие кружки, которые все ходят там, и гимнастики всякие, футболы, и танцы разные всевозможные. Ну вот такого вот не было циркового искусства, у нее этих детей было мало. Наших деток там у нее, ну я покажу вам видео, посмотрите, их там группа маленькая. Вот, и мы как-то так случайно туда попали. Вот, Лиде очень нравится, сама Синтия, она очень... умеет работать с детьми, они ее обожают совершенно. Вот. Как организатор она, конечно, ужасна. Вот. И вчера она мне перекапустила весь день, но об этом я жалуюсь отдельно в видео. Вот. Значит, проходила Лида с осени, мы начали ходить, мы думали, что мы попробуем, посмотрим. Ну, не понравится, не будем ходить. Как ни странно, понравилось. Вот. Что-то они там немножко научились, что-то они там какие-то навыки приобрели, то есть тарелочку на палочке там крутить, на ходулях она ходит, все, кто был у меня в Инстаграме, то вы видели, как она ходит на ходулях. Кто не видел, я постараюсь поставить видео опять-таки. Подпишитесь в Инстаграм, вы пропускаете много интересного. Вот. Так что, ну, в общем, такие вот интересные вещи, но они их балансу учат, они их учат всяким таким трюкам, которым не учат всякие другие кружки, вот, так что вчера она должна была как бы представлять свой бизнес, но она хочет рекламу, вот, и мы поехали в Ньютаун, значит, выступать на этом Family Festival, вот, и я покажу немножко кусочки нашего выступления. Маленькая часть Пеппела, в которую я почти никогда не попадаю. Такая развилочка, это уже... В принципе, конец Бэффала. Куча еще магазинчиков. Бэффал Синема наш, кино можно сходить. Маленький театрик такой маленький. Рядом с ним было кафе очень интересное. У них была общая дверь.
можно было из кафе прям проскользнуть в театр. И они так специально подгадывали сеансы, чтобы можно было поужинать и сразу сходить в кино рядышком. Здорово было. Вот. Что я тут еще хотела показать? Каштаны, которых у нас в Америке почти нету. Вон раз, два, три, четыре. Тут они в старой части еще есть. Вообще они все повымирали. Окей, go. Они все повымирали, потому что была какая-то грибок какой-то, он их все поубивал в Америке. Так что каштаны в Америке редкая вещь. Вот. Что тут вот можно показать. Вот. А вообще, что тут происходит? Вот тут вот происходит ресторанчик. Есть у нас такой, называется сикамор. Из-за того, что вот дерево это сикамора, одна из самых старых-старых деревьев. В Беффале надо будет подойти, показать вам поближе. Оно очень толстое такое, ну, лет 200 тому дереву наверняка. Вот. И тут народ собирается по субботам, выставляет, у кого какая машина красивая есть. И каждый там хвастается своей машиной. Вот. Мы, в общем, доехали из ресторана и решили заехать заправить машину. Ну, это заправка и вот такая вот тусовка. Люди очень любят приезжать. Вот. Наверняка одни и те же выставляются. Они эти машины у нас и на параде ездят. Я, конечно, в этом ничего не понимаю. Кен говорит, что вот это вот Ти, как она? Ти, кто? Вот, это его машина, у него когда-то такая была, когда он в хайску учился. Много лет назад. Вот, в общем, они все подкрытые. И музыка вам играет, и вы можете походить, полюбоваться на машины. Всякие разные, такие, другие. Темно уже темно, я уже ничего не вижу. Я тоже вам что-то показываю в темноте уже. Маленькая. Вот такая вот. Так, пойду искать свою семью. Они где-то пошли парковаться. Американцы верны себе со своими стульями. Они приходят, они раскладываются. Они себе устраивают такую вот тусовку. Можно посидеть, можно расслабиться, выпить пиво, съесть бургер в том же ресторанчике, далеко не ехать и себе получить удовольствие. Put this on your website? Yeah. By the way, this car here, that's a 65 Mustang, Shelby. Oh, that one? It's a Shelby. With a blue light? Yeah, that's probably worth about 100 grand. Ну вот, 100 тысяч машина стоит. Shelby Mustang, 65-го года. Папа знает все эти машины. Для меня, ну, машина как машина. Я обращаю внимание, если вот на ней там нарисован там пламя, да? Папа, грузовичок идет. Папа обращает внимание, потому что он знает, на что он смотрит. Donna and George's Flying Machine. Ну, солнышко село, становится темно. It's called a Deuce Coupe. See, it's got a 1960s engine. Oh, okay. Так что, машинка-то старая, а моторчик не новый. Я снимаю все подряд. Кому что нравится, вы на все смотрите, потому что я ничего не понимаю. Holy smokes, what is this? It's some new fancy car. 57 T-Bird. T-Bird. Pichka. Да, вон такая птичка. Earth Angel.
или рыбаки. This is the kind of car I would race against in high school. Yeah. You could buy these cars for $500 in high school. Probably this car is probably worth about 40 grand. 40,000 сейчас. Huh? 40,000 now. Yeah, this sucker. 5 grand. Боже, это зеленая, как гусеница. Вот такая вот, как ее можно было купить в те годы прямо. You can also say this is the new home of Domino's in a couple months. Is it the Domino yeah. pizza? Yeah. Пицца тут будет. А был этот tanning салон, тут все. Никто у нас уже не этот, морды себе не загорает. Не этот. Раньше когда-то, вот сикамору эту показываю. Сикамора, какая же это сикамора, господи, это ж... Я же говорю, это одно из самых старых деревьев в Бахмане. Sycamore. Называется Sycamore, потому что сейчас не видно. У них такие эти. Ствол, да, и ветки такие облезшие, как будто она больная. Sick. Вот оттуда Sycamore, хотя пишется по-другому. А может и не потому, но говорят, что потому. Боже, какое оно здоровое, это дерево. Да? Сравнить даже не с чем. О, какой ствол. А длинный, ё-моё. Дарт Сидер. Пошли что-то вынюхивать тоже. Давай. Боб. А зовут его Боб. Боб. Classic Chevy. Студебекер. А, вот. Хоть на Студебекер посмотреть. Какой он. Классная машинка. Где дела? Мне кажется, обожаю свои машины. Color is the exact same car I had in high school. Oh really? Same one. That's so 65. 65, yeah. Да, она такая, как кружевная эта машина. Fast Eddie. Да, машина называется Fast Eddie. Быстрый Eddie. See ya. What
наши циркачки. Синтия поделала им одинаковые маечки. Теперь они одевают цветочки. Да, сейчас делаем хвостики. Синтия сказала сделать хвостики. Вот, я потом вам покажу, как тут все это выглядит, развлекалки всякие. Там готовятся наши танцоры. Ведь в нашей студии девочки, которые танцуют. Но Синтии нужна реклама. Она только что здесь купила, и ей надо себя разрекламировать. Вот мы в Нью-Тауне себя и разрекламируем немножко. Одеваемся, переодеваемся, готовы. Introduction for her group. Good morning. Hi. Good morning. You can hear me? Okay, very good. So they're going to be a little slow in the start here. Sorry about that. We're going to start off with a circus performance called It's a Diabolo Routine by three of our circus performers, which will be followed by a ballet routine by our ballerinas, and then I'll come back and talk. Парад в час дня, и в параде мы тоже шли с нашей этой группой Spark Arts. Вот, и тоже я вам сейчас покажу кусочек, как там наш ребенок топал и вообще, что происходит на параде. Ну, парад у меня уже много раз был, много раз вы видели, кто там у нас ходит. Я же говорю, кто чем хвастается. У нас проходят всякие организации, которые более-менее, ну, влиятельны в городе, да, чем занимаются дети, вот, показаны, чем заняты дети. И потому идут гол-скауты, бой-скауты, идут оркестры всех школ. И это, вот девочки, кто-то мне спрашивал, насколько это профессионально они занимаются в школе, где профессионально можно заниматься. Профессионально вы будете ходить к какому-то учителю, то есть вы будете кому-то идти и у кого-то заниматься, то есть на частные уроки. И таких учителей достаточно, они берут очень много денег за частное занятие, там от 50 и выше долларов за одно занятие. Вот. А если вы хотите, чтобы ребенок развивался музыкально, знал нотную грамоту и там играл на каком-то инструменте чисто себе в удовольствие, а вот в школе, по-моему, достаточно. И я была впечатлена концертом наших детей. Они выступали перед всей школой, эти детки, которые вот начали в оркестре играть, да. Они очень неплохо сыграли, эти дети, которые только год учатся музыке. Первый раз взяли инструменты, да, осенью. И вот май месяц они показали, они очень хорошо выступили. Вот, я не снимала, потому что это все происходило в школе, я не хотела снимать. Вот, но я сняла выступление на параде, когда идет наш так называемый marching band, наш оркестр, да. Это опять-таки дети 4-5 класс. Пятиклассники, это они второй год музыкой занимаются. А
Четвертый класс — это первый год, они музыкой занимаются, они играют на своих инструментах, они все знают нотную грамоту, вот они на сцене сидят, они читают по нотам, перед всеми нотами, ноты открыты, и они читают, они играют. То есть они, каждый, кто какой инструмент выбрал, они на всех этих инструментах к концу года уже понемножечку на своем уровне не играют. Вот. Ну, в общем, я вам покажу, где идет та школа, где идет какая школа, и видно просто, насколько мастерство их улучшается, когда идет хай-скул, они уже играют там свои какие-то соло, когда они шагают, то есть у них все это уже намного легче, потому что у них все-таки опыт намного больше. На парад, посвященный Дню памяти, так сказать, Memorial Day. Вы у меня уже на параде были несколько раз, потому я одно и то же снимать не буду. Там послушать музыку с церкви, которая звонит. Sign up, win a lunch, dinner. Gift certificate. Later, thank you. Я отправила своего ребенка ходить на параде, а сама потом вернулась и не смогла найти место, где запарковаться. Теперь, по идее, должна была сесть, спокойно поесть, с Кеном пообедать, пока дитё готовится к параду. И вместо этого наша девушка нам все перевернула кверху лапами. Мы теперь не можем нигде места найти вообще. Ни запарковаться, ни сесть, ни встать, ничего посмотреть. Ой. Парад вот-вот начнется. В общем, она надеялась, что она пройдется на ходулях. Но дело в том, что тут идти, вот сколько уже я иду, по центральной улице далеко. А поскольку Синтия у нас первый раз на параде, она не понимает, что это надо идти очень долго. Дети маленькие, они на ходулях столько не пройдут. Вот. Ну, в общем, пройдут просто так. Я вам похвалюсь. Она безумно рада, что она в параде участвует. Сегодня это у нас уже второе, так сказать, выступление, презентация. Вот. Ну, американцы все устроились. Идите, вам кушать предлагают. Пить. Что хотите? А ходим мы вот сюда вот. Вот тут вот наш Creative Playground. Вот. Сюда вот мы ходим на наше занятие по цирку. Так, ну вот, кто-то говорил про, это наша high school, это те, которые тренируются, дети, которые хотят идти на военную службу потом. Maybe junior reserve officers training course. То есть это наша вот военная подготовка. Они там свои присяги приносят. Сейчас я
раздают три столочки какие-то. Some of this on your site. Чего вы забыли, никто всем не хвалится. У кого-то военная техника, а у нас вот машины для спасения. Вот они, наши грузовики. Пожарники наши прошли, вот и теперь едет их техника. Мужчины любят включать свои пищалки. Stolen tax dollars. Да, все не жалуются, сколько у нас уходит налогов на содержание вот этой всей красоты.